Всем привет! Мы идем в лес устанавливать кормушку и несем птичкам семечки, орешки грецкие, арахис, сало. А заодно поставим фотоловушку и расскажем вам, кто живет в лесу в Подмосковье. Хотелось бы снять дятла. Кормушку установили еще в январе, и она долго пустовала. Только спустя 3 недели сюда стали прилетать большие синицы и гаечки. Потом исчезло сало, и было видно присутствие какого-то животного. Но фотоловушка не сработала, и вот, спустя месяц нам удалось снять лесного гостя. Им оказалась куница. Лесные куницы ведут сумеречный или ночной образ жизни. В дневное время они спят в своих домиках, которые обустраивают в беличьих дуплах и старых гнездах хищных птиц. Они всеядны, поедают не только мясо, но и ягоды, и даже орехи. Но на этом все. Всем пока и удачи!